лейтенант первого ранга Иван Андреевич Александров, последним особого отдела Черноморского флота, командовал важнейшим рубежом Севастополя и сдал его немцам. Предлагаю всем добровольцам, кто хочет выбраться из этого ада и начать новую жизнь, вступить в ряды моего батальона. Они все надевали красноармейскую форму, бинтовали руки и голову. На немцев не похожи. Русские говорят без акцента, значит, бывшие наши. Командует всем этим обер-лейтенант Балзин. Вот схема. Расположение зенитных установок. Наша задача — захватить их. Удерживать в течение часа. Ну а что потом? Тысячи немецких солдат свалятся вам на голову. Нашим гостям нужна помощь. Большая премьера. Диверсант. Крым. 9 мая. На Первом. Власть у вас маловато, чтобы такую страну сожрать.